Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Не так давно отец Филиппа Киркорова оказался в реанимации, Бедрос Филиппович заразился коронавирусом. Как себя чувствует 88-летний артист сейчас, рассказал поп-король. Бывший муж Аллы Пугачевой поведал, что поводов для тревоги нет и Бедрос Киркоров идет на поправку, кризис миновал, крепкий оказался мужик. Напомним, что еще пару недель назад отец Киркорова с трудом разговаривал, а общение с сыном поддерживал исключительно через врачей. Переболел коронавирусом и сам исполнитель хита «Снег», однако болезнь прошла для него бессимптомно. Киркоров сдал в Греции анализ, который показал большое число антител в его организме. В середине октября Киркоров побывал на вечеринке, гостей которой раскритиковали из-за несоблюдения мер безопасности по коронавирусу. На мероприятии все были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию. Ранее поп-король уколол свою бывшую жену Аллу Пугачеву. Напомним, что артисты поссорились и уже долгое время не общаются. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.